давайте сейчас будем отсюда идти. Ой, мне много чего надо. Да. Это потом. А есть еще какие-то дополнительные места по нашей теме, по сионистской теме, по возвращению народа на землю, да? Да, кроме. Если нет, то нет, ничего страшного. Прочитай, пожалуйста. Хорошо. Брат, как у тебя? Что? Ничего, да? Ага. Сестра? Что-то удалось найти там? Что-то удалось найти? Пожалуйста, скажи. Ничего страшного. Так, ну ты пока ищешь, нашла, да? Хорошо. Пожалуйста. Иеремия 16, 14, 16. Хорошо, это, ну, очень важное место. А, значит, еще раз продиктуй, Иеремия. Вы отмечайте себе, пожалуйста. 16 глава. А рыболовы какие-то? Какой-то стих. Шестнадцатый, да. А охотники какой стих? Тоже 16. Хорошо, здорово. А в 17 что написано? Хорошо, хорошо. Очень действительно важное место. Да. Так. Нашли, да? Да. Три 18, да?
Отметьте себе Иеремию 3 главу, и там нам нужно будет не только 18 стих, нам нужно будет еще другие стихи в 3 главе. Да. Нам еще другие стихи нужны будут. Это очень тоже важно. Да. Хорошо, пожалуйста. Следующее. Еще раз четче. Бытие 17:7-8. Ну, прочитай, пожалуйста. Очень хорошо. Еще раз. Это, да, это фактически возвращение тоже о первом и о последующих возвращениях, так сказать, во всех. Еще раз. Бытие 17, какие стихи? 7-8. Хорошо. Хорошо. Так, дальше. Пожалуйста. Ничего нет, хорошо. Теперь второй сектор, так сказать, или средний. Пожалуйста. Места. Какое-то место нашел дополнительно к тем, которые у нас были вчера. Какое место? Бытие 15:18. Территорию, хорошо. Так. Следующее, пожалуйста. Еще раз прочитай последний стих. Хорошо, следующее.
Исайя 65, 11. То есть отсюда делается вывод, что святую гору надо помнить. Ну, да. Так пошли все более косвенные места. В общем-то, начиная с Бытия 17, пошли все более косвенные места. Такие. Ну, молодцы, если вы видите связь такую, там, где-то глубокую, то это хорошо. Хорошо. Дальше. А там сестра еще нету, да, места? Ага, дальше. Какая глава у нас? 8:8. Два 12. Хорошо. Хорошо. Так. Очень хорошо. Еще раз, какое это место? Да, это точно было в конце, мы это говорили. Ну, хорошо. Больше дополнительно нету, да, других? Просто, может, брат в тот момент отсутствовал, поэтому. Я просто хочу обратить ваше внимание, что вы, конечно, некоторые места Писания, действительно, вы очень четко называете. Но в некоторых случаях вам можно было бы посмотреть еще на больший контекст. Как, например, Захария 8:7-8, да? Потому что тут начинается с 1 стиха 8 главы. На эту тему прямо. Очень так серьезно начинается. Так что вы можете, слава Богу, что вы отметили это место. Это реально очень сильное пророчество. Просто можно еще так посмотреть вокруг этого места. Знаете, когда вы находите один гриб, можно посмотреть вокруг. Потому что, может быть, это не один гриб, там их целое семейство, потому что
все эти грибы произведены одной грибницей. Да. Подобное бывает и в отношении Писания. Так что, да, да, хорошо, слава Богу. Значит, поехали. Еще. Угу. Слава Богу. Дальше. Пожалуйста. Да. Исаия 11:12. Хорошо. 14:1. Прекрасно. Замечательно. Прекрасно. Дальше. Бытие 48. 3:4 или 34? Хорошо, хорошо, слава Богу.